шотландская певица и актриса Ширли Мэнсон, известная как лидер рок-группы Garbage, рассказала о том, как полюбила причинять себе боли и как это превратилось в манию, с которой ей пришлось бороться. Ее слова передает The New York Times. Исполнительница поведала, что в подростковом возрасте имела беспорядочные половые связи и употребляла наркотические вещества, но в определенный момент завела постоянного сексуального партнера. Мужчина начал изменять ей, и после очередной ссоры она взяла перочинный нож, который всегда носила с собой, и сделала несколько порезов на своей лодыжке. В тот момент я почувствовала себя неприкасаемой и могущественной. Я всем управляла. Более того, я испытала теплую волну комфорта и облегчения. Облегчение от ярости и беспомощности, вспомнила Мэнсон. Проблема с любым причинением вреда себе в том, что как только ты даешь себе волю, то начинаешь совершенствовать навык. Я начала делать это регулярно. Порезы становились глубже. Я скрывала шрамы под колготками и никогда никому об этом не рассказывала, поделилась певица. Точка. По словам Мэнсон, ее болезненное увлечение на время исчезло, когда она оборвала нездоровые отношения и нашла любящего человека. Желание причинить себе боль вернулось к артисту намного позже, во время гастрольного тура Garbage. Мне пришлось силой преодолевать раздражение и разрушительное чувство того, что я неполноценна, призналась она. Точка. Мэнсон подчеркнула, что в то время для людей с ее проблемой не существовало специальных групп поддержки, и ей приходилось разбираться с этим самостоятельно. Певица добавила, что теперь избегает причинять себе боль, окружая себя заботливыми людьми и стараясь заниматься вещами, которые приносят ей счастье. Точка. Ширли Мэнсон сыграла в сериале «Терминатор. Битва за будущее». Вместе с Garbage выпустила 7 студийных альбомов. Точка. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись.